Здравствуйте! Интернет-магазин «Стеклоподъем РФ» представляет вашему вниманию комплект электрических стеклоподъемников для установки в двери автобусов, фургонов и грузовых автомобилей Nissan Primastar, Opel Vivara и Renault Traffic, выпускаемых с 2001 года по настоящее время. Производство ООО «Дмитровградский завод стеклоподъемников» ДЗС. В комплект входят два электрических стеклоподъемника с моторедукторами, левый и правый. Жгут электропроводки для подключения. Два переключателя стеклоподъемников 923709 с рамками. Декоративные заглушки для установки в обивке дверей в отверстие от ручек механических стеклоподъемников. Комплект крепежных деталей. Паспорт электростеклоподъемников с инструкцией по их установке. Стеклоподъемники тросовые, с одной направляющей. Довольно похожи на оригинальные. Стеклоподъемник устанавливается в дверь на место оригинального механического или электрического стеклоподъемника и крепится в штатное отверстие. Сверление дополнительных отверстий и другие доработки двери при этом не требуются. Однако штекеры моторедукторов этих стеклоподъемников от оригинальных отличаются. Поэтому, если планируете использовать их для замены вышедших из строя электрических стеклоподъемников, будьте к этому готовы. Эти и другие стеклоподъемники вы можете купить в интернет-магазине «Стеклоподъем РФ». Заходите к нам на сайт, оформляйте покупку или звоните нам по телефону 8 800 333 1059 каждый день с 9 до 21 часа. Звонки со всех телефонов России бесплатные. Приятных вам покупок!